В принципе, играли мы неплохо, оборонялись где-то атаковали. Не хватило что? Реализации моментов и немного провалов в защите было. А так, команда, которая играет в ЦРРК, она помастеровитее, чем мы. Как-никак в ВХЛ были. Ну, как-то так. В чем нужно добавить команде вашей? Результативность. Много моментов забили бы, игра бы другая была бы. В целом, команда «Кулагер» подходит к сезону. В каком составе? Много ли новеньких у вас? Вы уже сумели сыграться? Сыграться, конечно, мы сумели. Были предигровые, предсезонные игры, были тренировки, сборы. Все хорошо. Спасибо. Хорошая игра, забили хорошие голы. Но ребята молодцы, все играли, выходили, настраивались, играть только на победу. За счет чего удалось переиграть команду соперника? За счет движения, наверное, то, что все 60 минут все работали, как один моторчик, и это привело к успеху. Сегодня отметился дебютным голом за Сарарку. Что скажешь по этому поводу? Ну, в большинстве партнеры отдали хорошую передачу, оставалось только попасть в пустые ворота, что и получилось сделать. Главная задача – это выиграть кубок, и что мы делаем постепенно, шаг за шагом надо идти и выигрывать кубок. Все, спасибо.